Итак, ребятки, определяем победителей, которые получат 10 билетов в конфач. Берем, значит, ссылочку на запись и определяем победителя. Итак, Арс итальян, какой-то фейк, но тем не менее у него есть репост, значит, он молодец. Следующий. Юрий Мурсалимов. Юрий. У Юрия тоже должен быть репост. Молодец. Тоже победитель. Определяем победителя дальше. Алекс Батори. С чуваком из Нирваны. Так, у него есть репост. Красавчик. Татьяна Шекель. Это интересно. Уронил шекель, поднял 2. Вот репосты есть. Молодец. Едем дальше. Не Вадим. Правильно, не Вадим, а... Сегодня в 3.45. Ну, молодец. Смотри, как везет. Так, следующим. Даня Симонов, который любит аниме. Так, у него тоже есть. Замечательно. Молодец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, еще четыре. Раз. Смотрим. Есть. Два. Смотрим. Есть. Три смотрим. Есть. И последний победитель. Та-та-ра-та-та-та-там. Борис Христозащитник. Поздравляю Бориса. У Бориса... Опа-па. Бориса не поздравляем, у Бориса репоста нету. Борис, извините, последуйте нахуй. Определяем победителя еще раз. Виктор Иванов, человек в Адидасе. Оп, есть, все. Поздравляем победителя. Жесток, брутален. Вот это да. Абибо. Надеюсь, это фейк. Я очень надеюсь, что это фейк, что это не настоящий. О, смотри, духовность, я тут бежу, брыжет в разные стороны. Ладно. В общем, все, смотрите, да, розыгрыш закончен, победители определены. Участвуйте в розыгрышах, выигрывайте инвайты в конфач, пранки и все остальное, и пусть вам повезет.